Доброе утро, принцесса и шекери, принцесса, принцесса. Смотрите, как она любит телефон. Принцессочка, моя девочка сладкая. Как тебе показать, чтобы светло было? Как показать? Принцессочка, чики-чики, чики. Муха, муха, как она, муха, как они, какая реакция у них на муху, видите? Смотрите, смотрите. Все смотрят, такие сладкие девочки у меня. Ой, дерутся, все время дерутся. Смотрите, какой у Светланы флажок. Смотрите, какой флаг у всех у нас. У всех людей. Ну, может, у тех нет, у кого, кто не живет. Да. А так у всех, смотрите, какая красота. А тут как повесили у нас. И тут повесили. Как мне приятно. Как мне приятно. Смотрите, моих соседей всех. Видите? У всех соседей, у всех абсолютно. Почти. Видите? Друзья мои, какая красота, так приятно. Как люди, турцы, любят свою страну. Это не только у нас. Сейчас покажу на той стороне вам. Вы видите? Мои цветочки, видите, как у меня палисадник. Красота такая. У меня перчики уже двух видов. Перчики, перчушечки. Перчуники. Мои красивые цветуники. Вот такие вот у меня дела. Вот, с утра вас знакомлю с балконом. А видите, а здесь я вот посадила мелочь такую. Пока еще не видно мои флажки. Вот, что еще у меня? Вот мыла балкон позавчера. Вот смотрите. Вот смотрите. Пойдемте на ту сторону. Да, трансерфинг реальности. Ну смотрите, смотрите. Какие они у меня красивые. Вы знаете, просыпаюсь, еле глаза открываю, а тут вот такая прелесть. А здесь какая прелесть. А здесь какая прелесть. Вот что радует жизни. Красота. Тут у нас немножко не... Мне не нравится, надо что-то тут убрать. Эвкалипт. Флажки у нас, конечно. У нас у соседей там флаги, и здесь флаги. Видите? Весь город красный, так приятно, трогательно. Смотрите, везде висят флаги. Скоро праздник в Турции. Столетие республики. Посмотрите, везде все в красном. Это просто красотища. Так приятно. Везде. Наших соседей и тут повесили так. Молодцы. Один такой флаг 250 лир. Здесь не висят ни у кого. Погода замечательная. Лето. Смотрите, я в пижаме летней. Я в летней пижаме. Сделала гимнастику для лица. Сейчас бегом на йогу. У меня очень много дел. Очень. Ведь скоро праздник. Надо дела подделать свои. Но у меня дела по бизнесу не заканчиваются. Я вам в каждом видео говорю и рассказываю. У нас... А у меня тем более обучение не заканчивается. Искусственный интеллект внедряется в нашу метавселенную. И нам так легко будет зарабатывать деньги. Там надо учиться, учиться, учиться. Денег много не бывает, правильно, чтобы хорошо жить. А почему я вам покажу сейчас? Так, что это за хаос? Вы знаете, сколько стоят эти трусы? Для девочек поделюсь. 270, 80, 280. Вот эти самые дорогие. Трусы. Смотрите. Смотрите, купила себе трусы. Да, это сейчас, может, не для всех приятно, но красивые, новые можно показать. Эти 200. В общем, Сувен очень хорошая марка. У меня вот Сувен.
у меня были, а вот эти вот три пары, вот такие на спорт, да, вот куда-то одевать. Смотрите, сколько стоят три пары. Ценник, все подорожало. Но зато оно того стоит. Я 3 года ношу. У меня есть 4 штуки. Я довольна до сих пор. Сейчас те пущу в каждый след, а эти на выход. Как моя мама говорит, на выход. И вот еще Ашкиму что купила. Моему любимому мужу. Такой вот купила, да. Новенькая, пускай понравилась. Со скидочкой было. Со скидочкой. Сколько стоит она, ну? Со скидочкой. Ну вот так вот. Все дорого в Турции. Все. Все дорого в Турции. Вот мой флажок. Вы видите, какой у меня флажок. Вот мое рабочее место. Сейчас открою компьютер и буду это. Кстати, друзья мои, а где мой вчерашний рисунок, который я так и не нарисовала? Нейрографика, где моя? Куда я ее положила? Вот это да, я вчера не дорисовала. Потому что у меня появилось срочное дело. Вот. Вот мой рисунок. Я его буду дорисовывать. Ой, красивая. Прямо все так развивается. Вот очень много дел. Очень. Смотрите, какой красивый. Фантазия так и бьет. Всем привет, мои дорогие! Мы с Ашкимом приехали в Аяш к нашим друзьям. В это сито, которое мы вам показывали, красивое. У нас такие приключения вообще с мужем. Просто цирк. Мы комики, настоящие комики. Сейчас только ржали там. Погода у нас замечательная, лето, настоящее лето. Ну что, пришли, друзья. Будем расслабляться после тяжелой смены. Он мне Так вот, дорогие мои, как вам моя причесочка? Надеюсь, понравилась. Забыла вам напомнить, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки, писали комментарии. И мы с Ашкимом вам скажем спасибо. Пришли бы в эту красоту. Вот так здесь красиво. Вот сюда можно приезжать. Я так рада, что у нас Лариса здесь с Хусейном живут. И мы можем поехать к ним расслабиться, посидеть, поболтать на море. Ну, на море мы не будем купаться. Мы даже купальники не взяли. Вот, мы только пришли отдыхать и кайфовать. Ваше место назначения находится справа. Вы видели? Никак не выключается эта женщина. А, какая красота, цветы. И началось у нас. Только мы пришли, и муж Ларисы уговорил моего мужа искупаться, хотя он вообще не думал. Тут кисулька с нами идет. Он не рассчитывал, и тут вдруг он его уговорил. Говорит, обалденная вода. Негюзель. Ой, сейчас я буду смотреть. О, Керчек-то Негюзель. Какое море обалденное. Посмотрите. Давай. Смотрите на него. Будет идти так до посинения. Ашким Саукму! Заставили его искупаться. Там тоже, видите, как красиво. Ух ты!
Заставили искупаться. Ох. Красиво. Вот так мы сегодня будем время проводить. Как здесь красиво. Везде красиво у нас. Мой Ашкин искупался. Покажем вам сейчас. В тот раз мы приезжали, и было такое море взволнованное. А сейчас посмотрите, какое чистенькое. Прозрачная, все камушки видны. Лариса на кухне оливье готовит, ее муж мангал готовит. Красота какая, друзья мои. Вот именно здесь время препровождения, релакс, медитации, место для медитации. Ой, Боже, какая красота. Видите, как красиво люди живут. Именно приезжать сюда, иметь здесь квартирку, приезжать на отдых, на выходные, как мы сегодня приехали. И я благодарна Богу и Вселенной, что у нас такие друзья. Смотрите, как красиво Аяш. Ой, Боже мой. Завтра праздник в Турции. И вот мы решили с мужем тоже отдохнуть. То я много работаю, обучаюсь. Надо и отдохнуть мозгу. Правильно? Согласна со мной? А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Для вас стараюсь показать красоту Турции. Но зимой, конечно, здесь будет скучно. Многие жители разъехались. И сюда приезжают именно на лето. Но летом здесь переполнено все. Видите, как красиво. Большое место. А там набережная, наверное, если пойти. Вот. Вот такие вот дела. Красивая сита. Бассейн огромный. Без зелени. Так люди живут. Лариса, моя давняя-давняя подписчица. И вот мы как-то с ней вживую познакомились. Она живет в другом городе Турции, но здесь у них квартира, и они приезжают на лето. Вот. Скоро они уезжают в свой город и приедут потом. Им очень понравилось, и решили они здесь прозимовать. Вот, мои дорогие. И мы как-то год назад... Она очень хотела со мной познакомиться, когда они приехали сюда. И она говорит, я не уеду, пока со Светланой не познакомлюсь. Приехала ко мне домой в гости с подарками, с гостинцами. Ну, а в этом году мы переписывались, естественно, с ней сдружились. Она стала моим бизнес-партнером и инвестором. Ну, а в этом году мы сблизились. Мы приехали к ним, потом они к нам в гости приехали. И вот так подружились. Видите, наш мангальчик. Красота. Смотрите, какой у нас стол красивый. Какие... Ой, и салат, и тот салат, и мангал, и овощи пожаренные нам, и это, и картошечка. Картошечка, и баклажан, и огурчики, и закусочки. И вот Ашкимчик, и Хусейн Аби. Зермаса. И посмотрите, турецкий турбайрак.
Сакартвело гаумарджос и Туркия гаумарджос. Приятного нам аппетита. Озама. Афедулсон. Лариса Гель, Ларисочка. Сейчас еще гостей ждем. А вот и Светлана. Лариса. Ларисочка, иди. Ашка. Комшулар вар ya, çok bazı. Gerek yok. Komşuları hiç kimse yok. Şuna doldur mu? Мы сидим как будто вообще в таком красивом месте. Смотрите, кошечки. Стол такой замечательный. Хозяйка идет, хозяйка. Хозяйка на YouTube попадет. Не против ты? Твой муж не против. Вот идет наша хозяюшка Лариса. Ой, я попадаю, да? Да, и наконец-то. Ну, если можно. Ну, проблем можно, нету, да? Представляешь, как у меня видео. Ой, натуральная красавица. Крал. Все, приятного нам аппетита. Как хорошо мы сидим, к нам пришли гости. Бен Сурдун. Такая приятная женщина. Мы так хорошо сидим, сейчас будем играть. Türkü, türkü. Ya, evet. Türk türküleri, halk müziği. Hüseyin abi sevindiğim şarkılıyı. Benim aşkımlar. Değil mi aşkım? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.